Дорогие друзья, я сегодня нахожусь на турбазе «Чистые пруды». В Пензе выдалась очень хорошая погода. Правда, сейчас немножко попортилось, вот что тучки набежали. А до этого было чудесно. Плюс 30, замечательная вода. И я хочу вам показать турбазу «Чистые пруды». Итак, идемте за мной. На турбазе существует так называемые две турбазы. Одна старая, которая существовала еще в советские времена, и другая новая. Это новые корпуса, новая отделка и все такое прочее. Сейчас мы с вами находимся на так называемом старой территории. Перед вами старый корпус турбаз «Чистые пруды» и ресторан «Вереск». Мы еще не входили на турбаз, но уже слышны детские голоса, уже крики. Везде купаются, плещутся. Все замечательно. Такую картинку мы видим на территории, прямо возле самого входа. Мы сразу попадаем на оборудованный пляж, где резвятся люди, дети. И взрослые тоже отдыхают. Ну, пройдем дальше, посмотрим, что тут. Ну, вот он пляжик, такой небольшой, с хорошим песочком. С хорошей водой. Сегодня тепло, дети резвятся. И вот какие интересные беседочки для тех, кто хочет попить пиво. Люди развлекаются вовсю. Здесь где-то шашлыками пахнет. Ой, пойду на запах. Вкусно пахнет. А вот и шашлычки. Скоро будет готово для всех желающих. Запах, по крайней мере, вкусный. Есть банька. Можно попариться. И прям сразу плюхнуться в пруд. Мне говорят, что здесь русская баня, все на дровах, приходите. Чем мне нравится старая территория, она вся вот такая вот уже с большими деревьями, тенистая, ухоженная довольно-таки. И когда большая сильная жара, то здесь гораздо приятнее находиться, чем на солнцепеке. Ну, по крайней мере, для меня. А вот здесь банкетный зал, его плакучие. Здесь свадьбы часто заказывают. Потому что шикарно. Можно побыть в этом банкетном зале, потом вот на природе, искупаться. Хорошо время провести. А можно заказать вот такую беседку. И здесь все, что хотите. И вот опять эти шикарные березки и куча отдыхающих. А вот такого-то день рождения. А в двух шагах отсюда уже водичка, и можно купаться. Ну что, старую базу посмотрели? Пойдемте, я покажу вам новые. Вот такие коттеджики классные. Их, кстати, тоже можно заказать. Вот здесь написано, как их можно заказать. А мы идем дальше, вокруг такое буйство русской природы. Это что-то просто чудо какое-то. Смотрите, какие цветочки. Ну, прелесть просто. Красота неописуемая. Вот красота какая. Мы с вами уже подходим к новой базе. И нас везде встречают вот такие скульптуры. Дело в том, что здесь проводят ежегодный конкурс, международный конкурс скульпторов. Пойдемте прогуляемся по территории. Везде нас будут встречать скульптуры. Вот такие вот чудесные. Красота. Это, например, весна. Вот это джаз с копытами. Отражение. Замечательная девица. Венера. А дальше будет галерея современного искусства. Ну, вы туда сходите сами. А я пошла купаться. Бабочковый рай. Боже, сколько тут много.
Накупалась, можно и позагорать. Вокруг пляжик замечательный, вот сзади нас корпус, в котором мы будем жить. Рядом вот такие шезлонги. Сегодня народу немного, потому что будний день. Вот так. А вокруг вот такая вот красота. Это вот наш пруд. Посмотрите, зеркальная гладь, в которой отражается лес с другой стороны. Просто чудо, тишина, птички поют. Не жизнь, а сказка. Хотите в такую сказку? Приезжайте. Поселитесь здесь, а я вам Пензу покажу, все, что вокруг находится. Звоните мне. Мой телефон внизу. А мы наотдыхались, назагорались. Сейчас пойдем ужинать. Не-не, вот сейчас я немножечко еще вот поснимаю. Ага, и ножками водички поплещу. О, красота такая, она чудесная, тепленькая. Ой, не могу. Ну все, пошла, есть хочу, пойду на ужин. Но это невозможно не снять, вы видите, какая красота. Это маятник времени. Вот так. Все в природе. Пошла ужинать. Доброе утро. Ага, а вот уже и наш кафешка. Вот здесь нас будут кормить. Шведский стол, но я взяла немножко. Я не люблю много есть. Поужинали, идем дальше. Вот здесь вот такие лестницы. Вокруг тоже картины из галереи. Всевозможные поделки. Это холл на втором этаже. А в холле такие замечательные рыбки. Ой, ну как же не посмотреть-то? Это просто чудо. Большие рыбы? Да. Вот она какая большая рыбина. И еще усатый с подофелой. Что? Усатый. Смотри, вот так. Отстой, усатый с подофелой. Ну все, полюбовались, пойдем дальше. Вот такие два этажа. И коридорчик. Прямо к нам. Ух ты, пока мы ужинали, прошел дождь. Радуга какая замечательная. Классно. Но мы устали и теперь спать. Мы отдохнем, а вы подумайте. Может быть, приедете к нам? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приезжайте к нам в гости, и я расскажу вам еще очень много интересного.